Праздничная служба дарит ощущение благодати и создает атмосферу предстоящих чудес. Так говорят самарцы, которые пришли в Софийский собор в ночь перед Рождеством, чтобы отметить один из самых главных православных праздников. Рождество – это самый-самый мой любимый праздник, и ощутить всю благодать этого праздника можно только на праздничной службе в храме. В это время как-то люди как становятся добрее, что ли, чище. И на душе светлее становится, когда приходишь в храм. В ночь Рождества Христова праздничные службы были организованы в нескольких самарских храмах. Центральным местом стал Софийский собор. Богослужение здесь провел митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Рождество – самый значимый из двунадесятых церковных праздников. Событие, разделившее человеческую историю на две эпохи. Великое чудо произошло 7 января. Иисус Христос появился на свет близ города Вифлеем, родившись от Святого Духа и Пресвятой Девы Марии. Праздник Рождества Христова – это прежде всего всеобщее наше упование и христианская надежда. И потому как поздравляю всех, пусть Господь просветит наш разум светом, евангельского начала. В Рождество принято проявлять милосердие, помогать людям, которые просят о помощи, прощать обиды и мириться с теми, с кем в ссоре. В праздник запрещены домашние дела, а еще нельзя гадать и проводить какие-либо ритуалы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.